восточного танца. Ирис, дорогие друзья, и вновь совместная работа двух студий. Для вас поют солисты вокальной студии, капитан внутренней службы Юлия Рощина и майор милиции в отставке Анатолий Кривцов. Хореографическая поддержка Ирина Куркина, Наталья Крылова и Любовь Ефименко. Встречайте!
Спасибо большое. А в продолжение нашей программы я хочу пригласить на сцену еще одного подростка. Хотя, знаете, для меня до сих пор она, в принципе, ребенок. И начинала она, в принципе, так же, как эти девочки. Сейчас она уже танцовщица, которая имеет свой сценический образ и свою особую манеру. Она неоднократно победитель многих международных чемпионатов. На 10-м юбилейном фестивале восточных танцев она выиграла сразу 3 номинации вместе с Александром Образцовым, они победили в номинации дуэты. Первое место в номинации шоу «Балетанс соло» и победитель в номинации «Молодежь продолжающая». Встречайте, Валентина Патрина!
и скажу вау! Здравствуйте, друзья! Евгений Панкратов! Здравствуйте, аплодисменты! Ну, а сейчас, дорогие друзья, на сцене руководитель хореографической студии Главного управления для России по Челябинской области, юрист, постановщик всех танцевальных и вокальных композиций, которые были сегодня представлены, надеюсь, в будущем это повторится неоднократно. Кстати, многие танцовщицы России танцуют ее постановки, а хореографическая композиция вокального номера «Звезда по имени Солнце» была особо отмечена жюри в Санкт-Петербурге. Итак, встречайте! Ирина Зимина, иракский танец «Хашала». Thank you.